Горох джекпот. Сегодня у нас 8 мая. Горох был посеян 9 апреля. Сейчас вот уже горох имеет вот такой вид. То есть за 30 дней от момента посева. На корнях мы уже наблюдаем клубеньковые бактерии, то есть клубеньки. У нас есть. Семена не протравлены. А так визуально горох не страдает. А развивается неплохо. Неплохо развивается. То есть есть укусы. Укусы есть долгоносика, но как бы это уже не критично. Все, горох с этим справится. Уже вегетативной массы достаточно, чтобы на это не обращать внимания. То есть обычно горох не протравливается ни фунгицидом, если семена хорошего качества, вовремя убраны, ни инсектицидом не протравливается. Ну, чтобы меньше травмировать горох, потому что можно сместить семидолю и потерять схожесть, как бы это решение все равно, ну, неплохо работает.